ближайший магазин. Купила 3 апельсинчика таких крупненьких. Купила 3 йогурта на работу брать. Все 3 разные. Килограмм сахара. Огурцы. 4 штучки. Средство для посуды. Вот огромную курицу. Ясные зори. Это не Петеленко, а Ясные зори. Потратила 1300. Чек пока в сторону. В следующий раз будет скидка 10%. Еще вот такие наклейки дают. Там надо их набрать, штук 10-20. Потом можно взять бесплатно какой-нибудь подарок. Ну, кружку, там, чашку, бокал. Это был первый пакет. Так, второй пакет. Пирожное эклеры. Давно не ела. 2 килограмма картошки. 3 штучки помидоры огромные. Розовые азербайджанские. Вкусные. Так, лимоны взяла. 4 штучки, витамин С полезный. 1 пакетик молока. Решила не таскать по много. Кусочек сыра. Тильзитер. И смывку для лака. Для снятия лака. Для ногтях. Все, это был второй пакет. Вот такая вот гора продуктов. Ну, на 1300 это много или мало? Давайте я вам чек зачитаю. Так, вы пока тут любуетесь на погоду, природу, я пойду очки возьму. Так, сейчас я вам скажу. Поставила чайник сразу. Сейчас чайку попью по-быстренькому и займусь уборкой. Видите, какой красивый вид, хотела сказать. А у меня тут все накрылось. Ну и небо красивое. Жаль, лес не видно. Ну, как-то вот так. Так. Сколько я потратила? 1370. Цыпленок, курица вот это 1,7 кг. Ничего себе, вес у нее 190 рублей. 2,800 картошки 115. Вот этот пакетик молока 55 рублей. Жидкость для снятия лака 37. Сыр 200. Средства для посуды 35. Эклеры 140. 6 штук. У нас, кстати, на работе в буфете один эклер 110 рублей стоит. Так, огурцы 60, а йогурты по 56. Кстати, хорошо, что я йогурты купила здесь на работу. Я думаю, в другом магазине они еще дешевле. Потому что я когда иду на работу и покупаю в центре Москвы по пути, они там 70 рублей стоят. Так что лучше здесь брать. Сахар 43. А, я 3 йогурта купила. Лимоны 450 грамм 40 рублей. Апельсины 880 грамм 105 рублей. Помидоры вот эти 870 грамм 170 рублей. Ну, вот эти 2 пакета майка 10 рублей. Ну, короче, потратилась, да. Если бы пошла в другой магазин, было бы дешевле, но мне тяжело нести.
Так, ну что, ребята, посмотрим на погоду. Плюс 6,5. Я когда сейчас шла с магазина, начал дождь такой моросить. Ну, ветер. Вот я смотрю, у меня сетка на окне. Она так трясется. Но если сетка трясется, значит ветер есть. Давайте посмотрим, как там на улице у нас. Ну, в смысле, небо какое. Ну, небо так неплохое, красивое. Я бы даже сказала, небо. Помните, когда я летела на самолете, снимала небо, особенно когда обратно летела, там окно было более-менее чистое, и там такое небо было красивое. Небо, девушка, самолет. Первый раз в жизни летела самолетом. Нет, когда летели обратно, это уже второй раз было. Первый раз я вообще ничего не поняла. Он так приземлился резко, так шандарахнулся в взлетную полосу, когда приземлялся в Калининграде. Я думала, так должно быть. Скорая по встречной полосе. Ой, я же говорю, целый день за ними наблюдаю. У меня под окном скорая помощь. И две больницы. Еще морг и скорая помощь. Морг, травмапункт, две больницы. Все под окном. Короче, куда успеют, туда отвезут. В случае чего. Да не знаю. Может быть, наша скорая помощь. Может быть, тут еще московские мимо ездят. Потому что Москва вокруг Химок с двух сторон. Через Химки едут в другой район Москвы. Туда-сюда носятся. А это не знаю, наша, не наша. Ну, судя по тому, откуда она ехала, наверное, не наша. Блин, а заехала к нам. В нашу больницу Химкинскую повезли. Если это она. Вроде она. Ну, значит, повезли кого-то. У нас тут детская инфекционная больница. Тут и дети лежат, наверное, с ковидом. А вот взрослую не знаю. Была хирургия, потом ее под ковид переделали. А сейчас не знаю, что там. Может, так и осталось под ковид. Ой, какой ветер, я закрою. Так, ребята, я закрыла. Там такой дубак. Еще не хватало простудиться. Лес у меня, конечно, красивый. Ребята, все это красиво. Но простужаться не хочется. Я люблю такое небо осенью. Оно такое на контрасте, знаете, такое. Тучки черные, белые, небо голубое. И солнце светит. И тучки темные, так красиво. Как на картине Левитана, над которой «Золотую осень» написал. Ой, что вам еще рассказать? Так, чайник у меня закипел. В общем, сейчас картошку уберу под мойку. Так, что еще? Помидоры вымою, наверное, сразу. Наверное, надо взять привычку сразу все мыть. Но тогда надо помыть ящик для фруктов. Тут это вот я сделаю, засыплю сахаром. Думаю, порежу, засыплю сахаром. У меня будет баночка стоять. Ну, сыр. Так, сейчас чайку попьем. Так, смывка у меня заканчивается. Новую купила. Так, это для посуды. Сахар я сейчас беру. Так, я сегодня по телевизору слышала, что цитрусовые сохраняют молодость кожи. А еще они цитрусовые помогают, ну, от простуды, там, от всего вот этого. Иммунитет укрепляют, короче. Так, один йогурт до 29-го срок годности, у других до 25-го. Короче, вот с этих начнем, а которые 29-го, это я потом на работу возьму, в воскресенье. Так, ну вот цитрусовыми запаслась. Помидоры, огурцы на салат. Думать, я вот это все съем, я съем одну штучку, а все остальное положу в морозилку. Я покупаю, если покупаю пирожные, я кладу в морозилку.
Когда мне надо, по одной штучке достаю. Там раза два в неделю. Так, я не ем пачками каждый день. Сегодня, кстати, смотрела передачу какую-то с утра по телевизору. Там Ирина Салтыкова приходила на передачу. Ей, кстати, 53 года, а мне 56. На 3 года всего младше меня. Ну, в общем, хорошо выглядит. И вот она говорит, что она пирожное ест 2-3 раза в неделю. То есть 2-3 штучки в неделю. Потому что сладкоежка. А еще сегодня еще сказали, что полезно есть сало. Вот даже утром на бутерброд полезнее не сливочное масло, а вот именно сало. Сало очень полезное. Особенно для лица, чтобы морщин не было. Там очень много всяких полезных жиров. Ну, сливочное тоже полезно. А вот еще я слышала недавно на этой же неделе, что можно... жарить на сливочном масле. Это полезнее, чем на растительном. Растительное идет только в салат. А в салат лучше, конечно, оливковое, а не подсолнечное. Хотя подсолнечное тоже можно. Я не знаю, откуда у нас взялась привычка жарить на растительном масле, на подсолнечном. Говорят, на сливочном вкуснее. И главное, чтобы на медленном огне там что-нибудь тушить, чтобы не горело. Ой, как я люблю такую погоду, ребятки. Всего 6 градусов. Но до чего же? Ой, такие резкие перепады, ребята. Как я люблю осень. Вот за эту ее непредсказуемость, несуразность. Вот. Когда такая вот погода... То солнце, то тучи, то дождь. А ветерок-то холодный, такой резкий. Почему-то вот такую погоду начинаешь ценить. Дом, тепло, уют. Чайку хочется попить с блинами. И вот чем хуже погода, тем больше тянет на чаек с блинами. На блины, на всякие пирожки. Там, чтобы... Представляете, на улице такой снег, холод, вот особенно в ноябре, когда такая промозглая погода, серое небо, черный лес, темно, холодно. А ты приходишь домой, кипятишь чайник, какую-нибудь вкусную еду себе греешь, или там блинчики с утра делаешь в выходной. Представляете, когда на улице такая промозглая погода, а дома так тепло, уютно, чай с блинчиками. Мне нельзя блинчики, но я иногда делаю. Я просто вот восхищаюсь. Какое... О, ребята, вы видите это? Радуга на небе. Ребята, представляете? 19 октября, на небе радуга. Над Химками радуга. Ура! Значит, еще будет тепло, ребята. Ну, а что удивляться? Я как-то видела радугу в январе. А уж в октябре это нормально. Ух ты! Ой, как я люблю такую. Интересно, вот куда уходит второй конец радуги? Ну, просто не видно. А вот там видно. И прям она так низко-низко прям опускается там где-то между домами. Как здорово, ребята. Я поймала радугу. Вообще радуга это такая хороший знак. Блин, и она прям между домами там опускается куда-то. У нас там, что у нас там? У нас там Химкинский залив. И речка Химка. Блин, ребята... Конец октября, на небе радуга. Блин, еще будет тепло. Снега у нас еще не было в этом году, а вот радуга есть. Ну все. Уже почти не видно. Там какие-то остатки маленькие остались. Вот видите? Вот это как раз то, про что я говорила. Что в октябре такая погода... Такая непредсказуемая. То дождь, то солнце, то тучи, то небо голубое. Смотрите, какое яркое. Яркое-яркое. Я люблю в Подмосковье, в Москве именно вот
в первой половине дня всегда вот такое голубое небо. Ну, к вечеру как-то тучи набегают, дождь начинается. Мне главное тут не заболтаться, не простудиться. Как говорится, себя надо беречь. Похолодало. Ну как, 6,5 градусов. Там остался кусочек радуги, прям самый, ближе к земле, прям над самыми домами и между домами. А так уже не видно. Все, ребята, закрыла окно. То действительно, как бы не простудиться. Видите, пока мы с вами болтали, на окне уже капельки дождя. Уже здесь уже как бы прошелся дождичек небольшой, мелкий. А лес какой обалденный. Вот особенно, когда эти золотые листья освещаются солнцем. Как же красиво. Такой рыжий лес, рыжезеленый такой. Золотые листики кругом сыпятся. Красота. Вот видите, вроде только туча прошла, только что был дождь, и уже такое яркое небо. Я думаю, что радуги уже нет, поэтому можно уже не выглядывать. Ну, как бы есть, но совсем чуть-чуть. Все, ребята, хватит хулиганить, а то еще простужусь, не дай бог. Так, все, всем пока, пошла я пить чаек и начну уборку.